Игра была тяжелая, много борьбы. В первом тайме не хватило немного, наверное, где-то напора того же, вот смелости где-то. Ну, навязывали свою игру, пытались, Спартак тоже. Во втором, ну, первый тайм не очень удался, но все равно продуктивный. Во втором тайме, конечно, игра поменялась, пошли вперед, начали создавать. Жалко, что они, конечно, что не забрали 3 очка, но ничего страшного, еще все впереди. А что тебе тренер говорил перед выходом на замену? Надежно всю борьбу выиграть, постараться зацепиться за все мячи. Ну так, все, больше не требовалось. А когда забили, оставалось совсем немного, в тот момент уже думали о том, что очко – это спасенная игра, или все-таки думали только о победе? Конечно, только о победе. Каждая игра у нас только на победу, так что только с такой мыслью каждый раз. Трое власти в турнирной таблице. Уже начало морально давить? Да нет, все понимают, что это надо закрепляться и двигаться, как бы там любой матч не получался, у нас плохо, хорошо, все равно надо настраиваться и все. Тут нет такого момента. Все ответственно подходят и все.